Приветствую вас, мои подписчики. Опять день Субару. Я около Субару, и сегодня хочу пойти по следам Дениса Механика и кое-что сделать, кое-что внедрить. А что внедрить? Я буду внедрять фильтр в систему охлаждения двигателя. Фильтр. У меня есть вот такой вот фильтр. Это топливный фильтр от УАЗика, старого УАЗика. Фильтр грубой очистки, кажется. Вот. Не стал я покупать дорогие за 1000 рублей фильтра. Хотя давно думаю об этом. Сегодня погода теплая. 0 градусов по Цельсию. Так, внедрим мы его вон туда, вот, врежемся в дроссель, дроссельную заслонку, то есть вот, обогрев дроссельной заслонки, скинем все это дело. Так. Снимем все это дело и будем думать, что дальше делать. Так, здесь отвертка нужна. Итак, все, воздушный тракт я скинул. Значит, фильтр приготовлен, плоскогубцы, хомуты. Так, и смотрим, что у нас тут. Что у нас тут? Так. Можно было, конечно, вот сюда врезаться. Тут, если фильтр купить такой большой, то можно, да, где-нибудь вот туда повесить. Ну ладно, мы пока вот таким путем пойдем. Мы попробуем внедриться вот сюда. Так, ну попробуем, да, попробуем. Блин, по уму-то вообще почистить бы, конечно, дроссельную заслонку. Ну ладно, работает пока нормально. Так, попробуем внедриться вот сюда. Толщина штуцеров здесь точно такая же, как и на фильтре. Шланг тоже прикуплен под этот размер. Это у нас восьмерка, кажется, или как там. Вот. Ну, предстоит работа. Тут все это вытаскивать. Ну все, ладно, погнали. Процесс снимать не буду на видео. Следующий эпизод уже будет, уже когда я все это повешу. Итак, установка фильтра завершена. Вот. Можете посмотреть. Вон там виднеется. Вот. Освещаю. Короче, то, что снизу поднимается, это приход, и он уходит так вниз. Заходит вот так снизу. Вот. Прокладку поменял. И уходит обратно уже в дроссельную заслонку. Так, это я хотел заснять без вот этих ресиверов там и так далее, но я забыл. Ладно, что у нас тут с антифризом? Так, что-нибудь видно? Ничего не видно. Ай. Так, здесь что у нас? Почему-то меньше, чем надо. И смотрите, такое ощущение, как будто это песок. Вот пальцем делаю. Шершавая хрень, короче. Откуда это все? Почему? Непонятно.
прочищал, промывал. Вон, видите, да? Как будто туда песок, блин. Ну, ладно, может, фильтр поможет. Прочищал. Заливал Феликс вот такой. Так, ну-ка, дольем. Аккуратненько. И... Самое главное... Проблема сейчас, чтобы в местах соединения не текло. Такое тоже может случиться. С самого фильтра, фильтр у фильтра как бы вот эта штука не родная, прокладка. Нифига себе, молоко исчезло. Куда исчезло? Еще недавно заливал. А, я же заводил мотор, у меня вылилось немножко. Точно. Где-то чашка полторы, наверное. Недобрый это знак, но все набралось. Пусто. Это мы закрываем. Это мы закрываем. И заводим мотор и смотрим, течет или не течет. Мотор прогрелся, все тут горячий уже, вот. И на входе, и на выходе. Надеюсь, я шланг уже тепленький. Так, заглушу-ка я двигатель. Так, а то, наверное, не слышно. Так, что тут у нас? Еще раз. Значит, фильтр стоит, надо его как-то закрепить сюда или сюда, я не знаю, чтобы не болтался. Это бензиновый фильтр от УАЗика старого, 90-х годов. Так, что тут у нас? Главная проблема, чтобы вот здесь не текло, потому что, как это называется, вот этот стык, хомут вроде как прижимает. Ну-ка пальчиком посмотрю. Сухо, все отлично, отлично, отлично. А там что у нас? Тут у нас ничего и быть не может. Так, на все про все я потратил час времени. Что я могу еще добавить? Будем открывать время от времени и смотреть вот здесь отстойник и вымывать водой. Денису механику привет. Ладно, всем пока, Субару добра.